18 июня 2021 года, 16 часов 50 минут, ПГТ «Янтарный», в районе дома 74 по улице Советская. Водитель 97 года рождения, управляя автомобилем Toyota Yaris, при движении задним ходом не убедилась в безопасности, не прибегла к помощи других лиц, в результате чего совершила наезд на пешехода 32 года рождения, которая вышла из дворовой территории на проезжую часть дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения. На месте работы следственно-оперативная группа, сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Сейчас, секунду.